Эта турбина марки Пелтон. Для ее работы нужно мало воды, но при этом она высокоэффективна. В прошлом году частный предприниматель Алмаз Калпаев начал строительство каскада из 5 малых гидроэлектростанций общей мощностью в 10 мегаватт на реке Кыштут. К сегодняшнему дню на 100% завершены строительные работы по первому каскаду. Начиная с сентября, ГЭС сможет вырабатывать 10% электроэнергии в селе Кыштут. Всего запланировано 5 каскадов. Если они будут достроены, то это село станет первым селом, где электроэнергия будет бесплатной. Строительство остальных каскадов начнется в ближайшее время. Сейчас работаем с документацией. Жители села Кыштут изначально поддержали инициативу предпринимателя по строительству малой ГЭС. Это горное село, поэтому проблемы с перебоем электричества здесь не редкость, особенно зимой, рассказывает глава сельской управы. Предприниматель обещал, что на строительстве одной мини-ГЭС работа не завершится. Есть возможность построить еще 4 каскада, говорит он, и тогда электроэнергия будет бесплатной. Для народа это очень важное событие. На первую малую ГЭС было потрачено 800 тысяч долларов. Каскад из 5 мини-ГЭС обойдется примерно 8 миллионов долларов. Все вместе они смогут обеспечить бесперебойной электроэнергией села ГАЗ, Кыштут, Чарбак, Согмент и Таян. В нашем районе имеется сильный энергетический потенциал. У нас имеются крупные реки, где возможно строительство других гидроэлектростанций. Если будет мощность в 10 мегаватт, то высокогорные села района будут обеспечены бесперебойным электроснабжением. Для ввода в эксплуатацию первой малой ГЭС были построены 2 бассейна и канал протяженностью в 700 метров. Также установлены электрические столбы и протянуты линии электропередачи протяженностью 5 километров. Мадина Низамова, Адыл Оразалиев, Иният Эргешева, ЛТР, Баткенская область.